Республиканская больница номер 2, Центр экстренной медицинской помощи, учреждение с более чем вековой историей. В годы Великой Отечественной войны больница была основным лечебным учреждением, принимающим на реабилитацию раненых бойцов. И по сей день коллектив там проявляет свою искреннюю заботу о ветеранах и своих старейших работниках. Каждый год для них проводятся медицинские осмотры и День открытых дверей. Сегодня, в преддверии Дня Победы, традиционно собрались в Малом зале ветераны, бывшие работники медучреждения. Из 20 участников войны и трудового фронта пришли навестить коллег 10 ветеранов, работавших медицинскими сестрами, врачами, санитарками. Администрация больницы приготовила для них подарки, которые со словами благодарности вручили накануне великого праздника. Я первый раз пришла в эту больницу, когда же в двухэтажном деревянном доме работала больница, терапевтическое отделение. Заведующая была Александра Прокопьевна Шарина. Вот я переехала из района и стала работать старшей медицинской сестрой. Потом медстатистом. И выполняла общественную работу зампредседателя народного контроля.